это предприятие – ведущий производитель утеплителя в резиновую обувь для рыбаков, охотников и туристов. Оно было образовано в 2004 году. С февраля этого года промышленность частично перешла на военное производство. Не исключением стало и это производство в Рассказове. С начала специальной военной операции предприятие перепрофилировало свои мощности для нужд солдат. Начали выпускать теплые вкладыши для сапог. В течение месяца предприятие выпускает более 60 тысяч таких вкладышей. Чтобы солдаты не мерзли, груз отправляют каждый месяц. Поначалу отшивали вкладыши до минус 15 градусов. Сейчас заказы пришли на более теплые, до минус 50. И состав самый теплый вкладыш, скажем, это температурный режим минус 65 градусов. Он используется также в условиях крайнего севера, 4-й класс холода и 5-й особый. Состав здесь, значит, идет трикотажная сетка, вот эти вот квадратики, для того, чтобы защитить, утеплить от стирания. Дальше идет металлизированная фольга, прошедшая стадию алюминизации, что способствует непопаданию холода внутрь и тепло не входит. Затем там идет чисто шерстяное полотно, которое мы производим сами. Не так давно поступили заказы на спальные мешки. Под эту работу было перепрофилировано почти 80% производства. Также поступили заявки от Фонда развития Тамбовщины на изготовление тактических рюкзаков. Напомним, фонд аккумулирует средства бизнеса и неравнодушных тамбовчан. Деньги идут на конкретные нужды наших земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Сейчас на счету фонда более 108 миллионов рублей. Из них на приобретение необходимых товаров потратили свыше 65 миллионов рублей. Как отмечает индивидуальный предприниматель, заказы от фонда приходят конкретно и точечно. Тактические рюкзаки 100-литровые, непромокающие, мы начали производить буквально 2 дня назад. На этой неделе уже будет первая отгрузка. Своими теплыми руками для солдат шьют более 50 работников. Татьяна в профессии 14 лет. Рассказывает, что адаптироваться к новым задачам было несложно. Я считаю, что это очень важное дело, помочь нашим солдатам, чтобы там все у них было хорошо, чтобы вернулись домой к нам живыми, невредимыми. Сегодня с предприятия отправляют очередной груз военнослужащим. Здесь собрали 450 пар утепленных сапог из ПВХ и 450 пар сменных утепленных вкладышей с температурным режимом до минус 55 градусов. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков, «Область новостей».